Итак, ребята, всем привет. Только что прибежал с почты. Пришло мне извещение, с этим извещением я пошел на почту, не посмотрев, что это такое, сколько килограмм весит, просто побежал, чтобы успеть на почту. И вы знаете, когда получал, я просто был в шоке. Прислали мне вот такую тяжелую посылку. Вот, очень тяжелая. Что здесь? Так, пришла от Артема Александрова. Фамилия, к сожалению, не знаю, правильно прочитаю, нет. Челноков из города. Из города Кочельск. Кочельск. По-моему, так. Уж извините, если что, неправильно прочитал. Вот, но факт в том, что она тяжелая. Я таких посылок еще от подписчиков не получал. И сейчас обязательно идем на вскрытие. Вот такой вот тяжелый. Что же там такое быть, может, не знаю. Но очень тяжелое, и какая-то интрига. Мне самому стало очень-очень интересно. Так что идем на вскрытие. Итак, ребята, прошло буквально несколько секунд, как я вам показывал посылочку, которую мне прислал Артем из города Котельск, Калужской области. Артем, огромное тебе спасибо. Но буквально прошло еще пару дней, получил еще одну посылку, именно тоже связан с поисковым магнитом. Я уже знаю, что внутри, но сейчас я вам покажу. Посылка у нас пришла из города Зеленодольск от Александра Корсакова. Вот она, посылочка. И сейчас вместе с вами я ее тоже вскрою, как и первую. Так что все объединю в один видеосюжет, так как все относится к поисковому магниту. Так что смотрим, будет интересно. Итак, ребята, ну что, давайте вскроем нашу посылочку. Такая, знаете, огромная. Вес, не знаю, вес 3 килограмма, 4 килограмма, ребята. Блинский, что же может быть такого 4 килограмма? Одна упаковка вскрыта, еще одна. Так, блин, упаковал, конечно, серьезно. Так, тут у нас еще один пакет. Серьезно, что ли? Серьезно? Блин! Это, ребята, магнит! Это магнит поисковой! 600 килограмм двухсторонний. Ничего себе, с веревкой. Охренеть. Вы это видите, ребята? Вы это видите? Я, блин, просто в шоке. Да ну нафиг. Вот это, ребята, посылочка. Вот это подгон! Охренеть! Так, Артём это, да? Артём, я просто в восторге. Я просто в шоке и восторге. Этот магнит в магазине лежит 9000 рублей. А мне вот так вот. Я офигею. Это поисковый магнит, ребята. На 600. Сторонний, с веревкой, с двумя крепежами. Я вообще охренел. Ничего себе. Это да. Ты
молчание, ребят, я просто в ступоре. Я сейчас переодеваюсь и обязательно еду его испытывать. Это, блин, одна из моих мечты. Я очень люблю поисковый магнит. У меня есть поисковый на 150, но это полная шляпа. А это на 600. Все, я отправляюсь, ребят. Все, отправляюсь. Класс. Артем, тебе огромное вот такой вот респект. Спасибо. Ну что, ребят, погнали. Посылка у нас, повторюсь еще, от Александра Корсакова. Город Зеленодольск. Что на этот раз? Будет довольно-таки любопытно. Ох, какая красава, ребята. Блинский. Я уже вижу. Подарок, сюрприз. Шикарные, ребята, шикарный. Как раз, смотрите, какой трос. Трос вообще огонь для поискового магнита. Так, ну, про коробочки я первый раз вижу и слышу. Что за коробочки, не знаю. Но, блин, Александр, огромное тебе спасибо за веревку. Эта веревка, между прочим, ребята, профессиональная. Шикарна тем, что она выдерживает очень серьезный вес. И она не порвется. Что самое важное для поискового магнита. Блин, вообще огонь. Я у нее спрашивал, что, чего. И он мне объяснил, что здесь 40 метров этой самой веревки. 40 метров. Это вообще огонь. Подарок шикарный. Классный. Такой басявый подгон. Спасибо всем, кто болеет со мной этим делом и кто помогает, ребята, именно мне в моем деле. Огромное спасибо. Вот такая классная веревочка. Блин, она машину утянет. Я знаю, что такие троса продаются в магазине именно для буксировочной троса. Да, такую реально. Блин, спасибо огромное, Александр. Огромное. Получил, отчитался от души. Так, ну здесь какие-то аптечные крышечки еще он в нагрузку мне бросил. Это, наверное, под хабарницы. Вот, так что будем использовать как под хабарницу. А вот эти вот места я срежу, и будет, в принципе, классно. Так что имейте в виду, если попадется вам такая вот аптечка желтая, внутреннюю часть можете срезать, сюда положить тонкий поролончик или мягкую какую-нибудь ткань, и сюда вы будете складывать находки. Предварительно тряпочка или поролончик должен быть смоченный. Это для того, чтобы монеты уже в процессе, как вы выкопали и положили в карманчик, в хабарнице уже начал процесс отмыкания монет от грязи, чтобы было проще чистить монеты уже впоследствии. Так что огромное спасибо, Александр. Посылку получил, отчитался. Спасибо. Итак, ребят, вот такой вот у нас сегодня был подарочек от подписчика. Вот, я просто в восторге от такой посылки, такого еще не было. Низкий поклон тем людям, которые безвозмездно, без каких-либо объяснений присылают вот такие подарки, вот такие посылки на развитие моего канала. Итак, ребят, отчитался я перед вами по вскрытию посылок. Очень часто приходят посылочки, и я делаю именно вот такой вот формат видео. Вскрытие, распаковка посылок. В общем, сегодня я вам показал очередную партию вскрытия. Были посылочку у нас от друзей, товарищей, подписчиков. Это Артем Челноков, город Козельск, Калужская область. И Александр Корсаков, это Республика Татарстан, город Зеленодольск. В общем, ребят, огромное вам спасибо, что делаете вот такие вот приятные посылки, приятные подарки. Поддерживаете мой канал всецело. Вот, это означает, что мои труды не напрасны, и вам мое творчество нравится.
Но, как вы знаете, на стримах я собирал деньги на поисковый магнит, но сложились так, что именно Артем нам помог с этим приобретением. Но деньги остались, и я решил между теми людьми, кто безвозмездно вкладывал деньги на приобретение данного поискового магнита, сделаю небольшой сюрприз. Но сюрприз будет на стриме. Так что, ребята, все, кто донатил на поисковый магнит, приходите ко мне на стримы. Я вам покажу кое-какой сюрприз. Надеюсь, вам понравится. И вы мне добро делаете. Ну и я мелочь какую-нибудь для вас тоже сделаю. А именно, что же я сделаю? Ну, это все впереди. Так что в этом видеосюжете я прикреплю материал. И узнаем, какой был сюрприз, кто стал победителем. В общем, все чуть позже. Все в одном формате. Ребята, хочу вам сказать, что у нас сегодня будет небольшое такое изменение в том, что, как вы знаете, на прошлых стримах у меня был магнит поисковый, чтобы вы как-то мне помогли его помочь прикупить. Всем, ребят, большое спасибо, всем огромное спасибо, кто пытался это сделать, и я этот свою просьбу снял, потому что как бы мы не набрали полную сумму на поисковый магнит, но так сложилось, что один из подписчиков мне его прислал на этой неделе, и я как бы хотел бы немножко поблагодарить тех людей, кто безвозмездно хотел мне помочь, делал донаты в приобретении этого поискового магнита. И чтобы, как вы знаете, компенсировать вот такую вещь, я хотел бы сегодня среди этих донатеров, кто безвозмездно, еще раз, ребят, скажу, безвозмездно хотел мне помочь в покупке магнита, разыграть именно перед своими донатерами, кто пытался, вот такой вот крест. Крест очень шикарный тем, что это киотный крест, достаточно хороший тем, что имеются все крепежи, надписи. Сохран, конечно, не шикарный, но вы сами видите. Вот такой вот сохранчик, киотный крест. Он довольно-таки редкий и достаточно приятная будет находка, чтобы у вас она появилась. Так что отдельное спасибо Артему, Александр. Привет Республике Татарстан и городу Козельск, именно Калужская область. Так что, ребят, спасибо, респект и уважуха, низкий поклон. Спасибо.